Посмотрите, я вам такую ситуацию. Решите вопрос. Я говорю сейчас за всех ребят. Ну тогда давайте откажемся от борта, пока все в ВВК не пройдут нахуй. Все, отказываемся. Куда вы отправляете? От Боинга нахуй. Ну вы нас куда отправляете опять? Да будем отказываться от Боинга, нахуй это надо. Мобилизация происходилась, без медосмотра. Вы что делаете? Мы отказываемся. Хорошо, от Боинга. Хорошо, пригласите прокуратуру, будем решать вопрос. Прокуратура нихуя не решает так же. Давайте решать вопрос, давайте. Нет, давайте прокуратуру вызывайте, чтобы мы не ездили. Решим вопрос на месте. Давайте. Давайте. Просто чтобы, ну, чтобы было все организовано. Уходите, пацаны, сейчас опять до вечера будет стоять. Мужики, подождите. Включите, пожалуйста, все телефоны. Сейчас приезжает прокуратура непосредственно. Мы снимаем это все на видео, отправляем в Москву. Что происходит? Нет, ребят, потому что это будет происходить. Не мы первые, не мы последние, это будет происходить. А этот дурдом надо кончать. Просто кончать.